Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. В общем, всем привет. Продолжаем играть Rome Total War 2. Вот, предыдущая серия, конечно, получилась немного покороче, чем обычно, но зато продуктивная. Мы уничтожили наших врагов. Вот, из Шотландии. Вот, и теперь будем как-то вот поджимать вот этих пацанов, потому что нам нужна эта земля. Смотреть, что у нас получится. Они там хорошо так расположены. А может нафиг? Нет, надо. Во-первых, надо подчиниться. Там уже можно. Подожди, что у нас с общественным порядком? Минус 19, 14 растет. Все хорошо. Все прекрасно. Денежки скоро польются у нас рекой. Что вот это дает? Доход от культуры. Да, конечно, это коррупцию дает, но... Друидов. Чтобы нормальный суд сделали. Учение друидов. Все, все окей. Все. Кто ты? Благовония и пряности, казна и люди в радости. Торговец из дальних южных стран предлагает купить благовония и пряности. Все популярно, так что было бы разумно манипулировать торговлю ими. Давай установим монополию. Если хочет работать, пускай платит налоги. Кто ты? Саумарас и Эликнос. Саумарас. Фертильный. Делать ненадежный. А ненадежный жена воительня. Кто ты? Тебя назначим. Ну, мне просто ненадежные люди не нужны. Ты вроде как неплохой пацан, у тебя жена мне понравилась, воительница там. Как звучит, да? Все, я думаю, здесь можно особо не засиживаться. Нанять немного отрядов для наших походов. Ты тоже можешь. Успокоиться немного. Посидеть в городе, восстановить войска. У тебя есть основная их не армия стоит. Я думаю, в случае чего ты их сможешь. Сможешь им сделать несколько сюрпризов. Так, нанять отряды, никого невозможно нанять. А что-нибудь подстроить там, я не знаю. Ну, в смысле, там мы подстроили, но. Что-то пополезнее нам надо, да? Что-то как-то расширить. Друиды. Вроде как восстанавливаемся. Без войн пока это хорошо. Наше население, наверное, да? Конец хода. Чиновника назначили. Того. Сделали бизнес пацану нормальный такой. Хай торгует. Людям нравится, значит... Значит, все хорошо. Пускай платят налог. Так. Ну вот, торговля процвела. Хорошо. И нам
нам хорошо, и им хорошо. Так. Здесь минус 5-11. Плюс 2. Пища у нас вроде пока. Все хорошо. Чё, мы сносить не будем, будем чинить. И мы будем нанимать войска. Но почему-то я этого сделать не могу. А почему я не могу это сделать? А фиг его знает, да? Почему я не могу это сделать? А вот если я перейду сюда, я смогу это сделать? My next command is нанимай армию. Здесь у нас в этом городишке есть наемников. Ясно. Зря я сюда пришел. Нет, давай отсюда. Знатный воин, навыки изобилия. Отлично, я вот ни капли не жалею, что назначил этого пацана. Пока что он приобретает лишь положительные навыки. Нам принадлежит почти целая Англия. Почти. Но я думаю, в течение этой серии мы исправим наше положение. Подведем сюда войска, там поднаймем, может, кого. Так, а вот ты куда? Куда двигаешься? Стоп! Вот это кто? Кипение, да? То есть это бунтари. И цены. Я вас понял. О, можно войска нанимать. Кого у нас там не хватает? Застрельщиков немного, да? И мечников. Пару штучек заверните. Замечательно. Такую армию мы пока содержать можем. Да и нам это нужно пока. Все. Будем атаковать. И добитки, блин. Хе-хе. Хитрые какие. Отпустил, называется. Ну, сейчас мы... Отлично, пацаны, молодцы. Гоните их. Может, слушайте, может, вас как-то и оставить в покое? Я вот не знаю. Пойти чисто на север. Ну, это наша боевая слава, это наши противники. И мы их уничтожим. 93. Все, конец вам. Нет, мы их первый раз отпустили. Первый раз мы их отпустили. Не, какой шот, вы чё? Пока их не трогай.
что здесь? Что-то можем построить или что? Или... А, здесь идет строительство. Стиль. Мы здесь можем что-то построить на этот пустырь. Общественный порядок, что это? Госзаход. Давайте горное дело, пускай здесь будет. Вот, что мы еще можем? Вроде как общественный порядок и налаживается у нас, и по деньгам не проседаем. Так, ты сидишь в городе, ты так контролируй тут, ладно, в случае чего. Что? Потому что это надо. Потому что это надо. Ты хорошо справляешься. Ты вообще молодец. Так. Восстание подавлено. Дай как-нибудь другой раз наймешь там. До города дойди для начала, братан. А там уже и решим, что делать. Ну что, они на нашей территории, почему мы не можем на их территорию зайти и сделать что-нибудь такое эдакое, да? Там городишко мы расширяем понемногу. Однако надо будет поспешить, потому что придут римляне, подзахватят там, вот, и будет нам туго, туго с ними справляться. Кто-то такой, одним из наших домочадцев поймали, когда он охотился на священных зайцев, племя требует его крови. Давайте накажем, потому что, ну, свой в конце концов. Нафиг тебя убивать. Надежный. Тебя убивать не будем. Ты нам вреда вроде особо не делаешь, да и не делаешь вообще как бы вреда. Давайте войска сюда подведем и поднаймем немного, да? Их покрепче пацанов поднаймем. Все. Поднаняли. Блин, мы ж тут так. Нет, вроде все, все нормально. Все хорошо. Идет развитие технологий. Где-нибудь какой-нибудь союз там заключить или что? Три баты. Фриза. Баты. Может, на этих, на фризиков двинуть?
как думаете? Нам тут надо конкретно такой ход совершить, но чтобы эта сторона, она была... Ребят, мы пока трогать не будем. Ой, да черт с вами. Господи, больно надо. Топайте сюда. Мы с вами торгуем, мы с вами не воюем. Мы в отличных отношениях просто. Будем вот на этих пацанов. Сейчас бочку катить. Перегруппируемся пока в город. Все, ребята, мы про вас забыли. Конец хода. Подумал, может шпиона нанять какого, а? Как думаете? Вы, пацаны, нормально помогаете, в нормальных отношениях. Как говорится, ничего не предвещало беды, да? Общественный порядок тоже подвосстановили. Хотя война нас так потрепала. Кровь в знак презрения вашим жалким попыткам умилиться. В сторону грозы и бури, которые уничтожили урожай и жилища. О боже, блин. Урожай и жилища. Там еще и доход будет у нас. Что нормально. Общественный порядок восстановится. Если что, наши пацаны подавят. Ну, в смысле, да, наши друзья подавят. Назовем это так. Давайте, знаете, что еще сделаем? Так, ну, правка как бы прохода у них нету. Переменчивый. Да у них там тоже вроде особо восстания нету. Ну, вот нормальные пацаны. Родная кровь. Замечательно. Может быть, когда мы расширимся, мы сделаем их своим протекторатом. То есть, они нам будут еще деньги башлять. На то, что они тут рядышком с нами находятся. Посмотрим. Посмотрим. Флев. Нанять агента. Что-то дорогие у вас агенты, ребята. Ладно, с следующего хода уже так и быть. Давайте, знаете что? Три баты. Не можно торговать. Можно торговать. You are welcome. Давай. Договор о ненападении – соглашение двух фракций о том, что они не будут нападать друг на друга в течение оговоренного срока. Договор можно нарушить в любой момент, но это не правда. Нет, да. Я не собираюсь нарушать, я вообще с ними поторговать хочу. Потом, в дальнейшем. И сделать военный союз. Давай тебя тоже подтянем. Ходить можешь? А, у тебя наем идет. И потом наймешься. Давай, Бастер Даун. Так, а что это у нас тут с общественным порядком? Что-то вот непонятное, да? Трущоб там новых не появилось.
Вроде все нормально. Вроде все хорошо. Что-то минус один. Там пацаны держат. Может, это из-за чрезмерно большой армии? Не думаю. Политика. Чё вроде нового? Конец хода. Может сохраниться перед новой войной, потому что это надо. Надо это сделать. Да, сохранюсь, пожалуй. Шестой сейф. Так, новый ход. Новые... У нас с вами такого не нападение, да? С вами торгуем, да? Торговое соглашение. Все. Башляем, можем. Подожди, военный союз. Блин, нам еще нужен торговый союз. Так, торговое нападение, торговое соглашение. Все. С этими пацанами все хорошо у нас. Все, поднимем немного вашу экономику, вы нашу. Конечно, было бы хорошо с вами еще военный союз. И потом вот эти вот все страны. Так, хоп, и они наши. Хотите, да? Как хотите. А вы, подождите, а вот эти вот пацаны фризы. А, ну это не ваши. А, они тут как раз со всеми воюют. Захватить их сейчас будет за милую душу. Как бы. Нейтральное. Германское море. Честно, порядок вроде как не нарушается. Пацаны, там есть что следить, ладно? Так вот. Ладно, уже расширимся тут. Понемногу. Вроде все вопросы. Курсус Ханорум. Это назначение, которое получает полководцы вашей фракции. Да. Нет.
Полководца этого не трогайте нашего, он хоть... Может и ненадежно в каком-то смысле, но он, блин, офигенный воин. И у него офигенные войска есть. Так что... Так что не надо. Лев. Так, ну вот теперь... Нет, давайте кое-что сначала глянем. Кое-что глянем. Что у нас с Элдоном? Полководца здесь кого себе поставить, все. Опять же, сейчас общественный порядок начнет расти. Как-то эдикты сдать можно. Вроде пока нельзя. Ладно, сейчас ближайший город. Ясно. Пацаны, если что, подарят, господи. Бильбо Бэггинс. С вами мы пока войны не будем заключать, потому что ну, не надо нам это. Мы вас так хоп за один ход и сделаем. Территория это будет наша. Вроде неплохо. Я считаю. Фризы. Все, ход завершаем. Денежки в казну капают от торговли, от всех тех союзов. Хорошо. Торгуем, торгуем. Но хуже от этого никому не станет. Так, орудие обмана. Отлично. Может, экономику немного подподнять. Или военное дело, например, осада. Может, города берем. Порой. Потери минус 20. Отлично. Так. Дипломатия. Все. Фризы. Давайте. Swordbite, shield crash, and your... Чувак, тебе пиздец. Yes. Хорошо. Я бы молил бы о пощаде. Стоп, нет. Fall back, gathering supplies. А, так значит, да? Вы показали характер. Вы наложили на порт морскую блокаду. Get the blockade set up. Так. Ready for order. None will escape. Getting on our way. Laying siege to their hovels. Let them cower before us.
вроде все неплохо, да? Здесь у нас что-нибудь изменилось? Чего не изменилось? Все. Конец хода. Посмотрим, что сейчас будет. Ну, к войне мы этой подготовились. Тут пацаны вроде что-то окопались, я смотрю. Но наша армия в этом регионе посильнее. Если там что-то на кого-то нападут, то... Счет. И чё? Их еще эти пацаны поджимают. Правда, этот город будет наш, слышь, ты это, давай отваливай оттуда. Мы как бы первые пришли, первые осадили. Так что ты это, давай можешь иди отсюда, покури там в сторонке. Вот молодец. И поддался на провокацию. Не страшно. Все, наш город. Все, оккупировать. Вы можете пойти погулять. Атрибаты. Атрибаты. Где вы там, атрибаты? Атрибаты. Ребаты. А, так. Сейчас придется еще налаживать этот городишко, да? 2900, нифига себе. Ладно, давайте. Так, кто следующий? Кто следующий готов присоединиться к Англии? Кто вот вы? Порицаете нас, да, ублюдки? Ну, значит, вы станете следующими. Порицатели. Неоткрытая фракция. Я не знаю, где они находятся. Вас больше противников, нежели союзников. И давайте мы с ними союз, может, заключим. С порицателями нашими. А кто у нас посильнее? Нормально все, атрибаты. Может, с вами этот заключить договор не нападений? Что у нас в городах там творится? Здесь скоро будет бунт. Может, не доверять ему, а пойти и стать там? Что если тут появятся войска такие, что... Со следующего хода. Смотрим, я не знаю, что... Что почем.
Ну и отлично, все. Конец хода. Эта территория стала наша. Ну здесь такой, я смотрю, такой знатный город. Его, наверное, надо будет всеми войсками окружать. Это нам, кстати, даст преимущество, получается, мы можем с теми странами что-то делать, с этим мутить. We will make your homes a wasteland, despoil your women, enslave your children, and desecrate your ancestors' graves. Без проблем, братан. Без проблем. Рутин. Нехороший ты, Рутин. Доблестная смерть. Кто умер? Ты умер. Да. И есть хорошо. Ну, чё ж поделать. Я люблю конницу. Блин, вот как вас объединить бы? А мы сейчас в опциях посмотрим. Потому что давно интересует меня этот вопрос. Здесь камеру. Компания. Объединение отрядов. Ctrl плюс M. Попробуем. Так, Ctrl плюс M. О, все. Объединили отрядик. Теперь мы можем кого-нибудь нанять, да? А мы можем свою конницу нанять. Шупер. Где там? Восстание народное. Я хотел полководца нанять. Эти вроде как покруче, да, будут? А вот где я мог бы выбирать, господи. Естественно, конная армия. Скородный олень. Все. Чего? Хоть какая армия? Так, где наши противники? То есть вот ваши земли, да? Я вас понял, братаны. Ну чё? Обсудим выплаты по счетам. А вот с вами мы бы заключили бы атрибаты союзник. Союзнический договор. Атрибаты. Так, военный союз. Come speak so that the spirits can hear your words. Так, торговый союз. Лишить права прохода. I will take word of our agreement. And put it before my people.
They will feast in celebration. Так. Хер его знает. Ребята. Взаимоотношения у нас хорошие. Все, ребята, я на вас очень сильно надеюсь. Раз уж вы находитесь на моей территории. Там давайте войска нанимайте. Конец хода. Блин, как-то я раньше не допёк. Почему вот генерал вот пешком должен ходить? Не, давайте уже пускай на конях ездит. Знаете, как-то это даже не солидно. Ну все, пацаны пришли, помогли и свалили. Вот, отлично, отлично, на них гонят. Пацаны свою работу выполняют. Молодчики. Кто-то красавцы. Да, конечно, они вначале были что-то вот не очень. Но все-таки бунт лучше я буду подавлять. Все-таки лучше я. Блин, так круче, конечно, надолго затянется. Ready for orders. Вы знаете, что я люблю делать. Чем дольше действовало соглашение, тем больше будет штраф за расторжение союза. То. Доверие между партнерами со временем растет. И не то, не, да. Да. Пацаны, извиняюсь. Неправильно понял. Извините, пацаны, вы нормальные ребята. Я не это хотел сказать. Так их здорово там прогнали. Спасибо, ребята. Я перепутал, в общем. Так. Вот эти вот земли надо немного расширить. Понял. Свебы, ребята. Бля. Свебы. Прохода. Чёрт! Дай бог, они еще нам войну объявят. Свебы. В принципе, они там ничего не сделают. Свебы. Как ты в городе тут пока. Get to it, man! Черт, не хватило нам немного. Да. Блин, пацаны, я не хотел, честно. Просто пидорасы войну объявили. Так я вот хотел их немного вздрючить.
Все. Так. Мнений нету? Все у нас будет окей, да? Я надеюсь. Просто не очень хорошо они нам войну объявили там. Ну, пацаны подплывают. Там отрядик, тут отрядик стоит. О, наконец-то повоюем, а то мы что-то давненько не воевали, да? Засада. Сейчас мы вам засадим. Я надеюсь. Блин, облако же сохранится. Ну, автосейф есть, в принципе. Конница. У нас аж 4 отряда. А, это, по-моему, конница, которая лучники, да? Ну, ими можно так во фланг хорошо обойти и нормально так позастрелить. Это генерала ихнего, вот этой конницей. Вот это будет здоровски, я считаю. Угу. Бастер читинг. Сразу стоп. Вот так вот, значит, да? Генерал. Генерал Генералович. Давай-ка ты, родной. Не-не-не-не-не. Я не это хотел сказать. Не это вообще хотел сказать. Ну, ты понял меня, в общем, да? Тебя надо как-то вообще позади. Как-то вот тут не очень удобно. А кто вот здесь вот? Я вас понял. Нет, вот так как-то. Позади будешь, позади. Тебе надо. Так, какие отряды посильнее? Там как бы лучники. Чтобы не особо разматывать наши войска. Так, вы один отряд. Объединяем вас. Бегом давайте, пацаны, ладно? Потому что время – деньги, как бы. Деньги – время. Генеральская армия, давайте, потягайтесь. Вроде как, говорят, не особо такие... Один отряд лучников. Мы их, может, одним отрядом конницы и снесем. Чтоб проблем нам не создавали. Так, вы. Второй отряд вы. Вот этот отряд. Да, у вас, конечно, немножко побольше тут будет. Давайте вот так напополам. Согласны? Будете. Так, вы на кого? Вы на этих? А, понял. Значит, вы идете рубашьтесь с этими. Идете рубашьтесь с этими. Вас надо как-то распределить. Нормально. Уже будете каким? Четвертым отрядом, да? Вы будете воевать с этого фланга. Сюда.
бегом. Вы сюда бегом. Вы как-то сюда бегом. Сложно будет. Мы сюда пару отрядов конницы зашлем. Здесь те пятенеры. Четвертый отряд. Нормально. Сколько у вас там лучников? 1, 2, 3. Мы их конницы. Так что. Да, мы их конницы. Так что давайте здесь побольше как-то силы сконцентрируем. Вы двое. Так, вы двое. Так вот, пятым отрядом своим. Тоже бегом давайте. Все бегом. Вожи я назначил, так, атаковать сюда. Реально, давайте пооперативней. Так. Быстренько выгоним их отсюда, этих лучников. Так, вы. Давайте уже сюда. Вы и вы. Тоже у вас в отряд один. Шестой будете отрядом. Тоже отдельный отряд. Нет, подождите. Раз, два. Седьмой отряд. Седьмой отряд конницы идет выкашивать все живое. Погнали, пацаны. Где-то наш военно-начальник. Военно-начальник, ладно, давай сюда. Не, военно-начальник, давай. Давай сюда. Не, военно-начальник, давай отсюда. Давай отсюда. Не, давай. Раз уж мы так решили, то ты пойдешь сюда. Только выживи, я тебя прошу. Седьмой отряд. Так. На нашего военачальника напали. Что я могу поделать? Давай быстро, очень быстро. Конница, конница, конница. Вот был бы ты на коне, а? Продвигайся давай. Водной. Седьмой отряд. Здесь не видно за этими елками ничего. Так, камеру нормальную мне сделайте. Погнали, пацаны. Бегом! Бегом, я говорю! Начальник, блять, отступай, родной, пожалуйста. Беги отсюда. Беги, Форест, беги.
Беги как можешь. Блять. Извиняюсь. Это, сука, пиздец. Лучники. Out. Сниму отряд. Выбили лучников. Этих мудаков. Где ваш военачальник, а? Погнали. Бегом. Бегом их выбивайте. Наш. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Главное, что вы начальник живой. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Тихо. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Не позоритесь. Конница. Зор. Вступайте, конница. Седьмой отряд, конница. Лучников выкосили их. Молодцы. А теперь стоп. Шестой отряд. Этих вот пидорастов давайте убивайте. Пятый отряд. С этим спины давайте. Лупите. Лупашьте, я бы сказал бы. Где вы? Третий отряд. Четвертый отряд. Четвертый, я сказал, отряд. Бегут. Бегуны. Бегуны. Так. Конницу отводим. Конница сейчас завязнет. Давайте. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Не бегут еще пока что. Наши
Наши бегут с поля боя. Какой позор. Нормально. Ой-ой-ой. Шестой отряд. Пятый отряд. Нет, пятый отряд сюда. Шестой отряд сюда. Мы справимся уже. Конница. Седьмой отряд. Перегруппировывайтесь. Все. Все, мать вашу. Бегут с поля боя. Какой позор. The mother wants blood. Quickly now. Блин, может переиграть как-то, я вот думаю. Что не очень получилось. Или бы лучше. Где мои лучники? Знаменитые. Вот там. Тусите. Все, минус лучники полностью. Этих пацанов увели, нормально. Теперь сюда. Бегом. Наши бегут с поля боя. Генерал. Какой позор! Все, пацаны, давайте на время играйте. Вы же быстрее этих пидорасов. Так играйте на время. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Я вас понял, пацаны. На открытой местности мне было бы проще с ними общаться. Мы обнаружили засаду врага.
Давайте, ребята. Дожимаем их. Все, уходим. Ретрит. Все, дожали. Мы остались без снаряжения. Малайцы. Перегруппировываемся. Лучники. Конница. Погнали. Там их меньше, там мы их и зажмем. Один чувак бежит, понимаете? Один чувак. Это есть целый отряд, нет? Конница. Кто здесь? Блядь, этих конниц атаковать-то. Пагубное дело. Вот на лучников их развести, вот это можно. У них самих лучников не осталось. Уже дальники. Я понял. Сюда. По горбам. Наши остались без снаряжения.
уж давайте тогда уже, раз мы вот так вот и решили, то... Раз уж этих пацанов скоро не станет, то... То давайте уже сделаем им больно. Уходим. Атаковали, уходим. Атаковали, отошли. Все. Больше ничего нам не надо. Все, атаковали, отошли. Конница. Заходи во фланги. У нас преимущество. Мы обнаружили засаду врага. Я понял. Вражеский военачальник убит. Отлично, что убит. Теперь вот этих пидорасов надо как-то отогнать. Да. Тяжелый бой. Теперь убегайте. Ха-ха.
Потничком. Чем быстрее вы убежите, тем лучше. Очень тяжелый бой. Очень. Чрезмерно тяжелый бой. Но они явно не ожидали такого сопротивления. Так, все, конями въехали, можно отступать. Вы, блядь, чё встали, пидоры? Какашки вы, блин. Надо эту армию отвлечь на себя. Вы, блин, куда? Собрались, дорогие мои. О, вашу мать. Все, завязались. Еще будем туда наверх отступать. Побегаем от них, короче. Все, уходим. Уходим все. Пока нас не зажали. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Ходите. Бегут они с поля боя. Братаны-копейщики. Вас мы уже потеряли, да? Сейчас простянули их как-то немного. Фух. Очень сильно потрепало нашу армию. Пятый. Чё, побегаем от них? Я всем командую. Блюдки.
целиком. Команда была для всех. Одна. Сюда. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Ну и хер на них. Эти догонят. Пацаны уже отвоюют. Давайте, постреляйте их там немного. Move it, guys. Чем быстрее вы сейчас побежите, тем лучше. Ребята, вы же более легче экипированы. Что вам мешает? Скидывайте их там. Группируйтесь. Закинули, молодцы. Группируйтесь теперь. Встречайте их тут. Давайте, закидывайте их там. Теперь этих. Теперь убегайте от них. Убегайте как можете. Не, лучше убегайте. Мы убегали от них, убежим и сейчас. Так будет получше для нашего отряда. Кровавейшая битва.
Уходите! Уходите! Все складывается в нашу пользу. Да какую нафиг нашу пользу? Бегом! Наши бегут с поля боя. Какой позор! Да. Бейте. Сука, бейте. Почему вы не отступали и на ходу не били? Непонятно. Это пиздец. Все. Слито. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Не знаю, я на время сыграю. Попробую. Боевой порядок можно сделать. Эта кнопка переводит все возможные отряды в режим ближнего боя. Получив приказ атаковать, ваши люди будут сражаться в ближнем бою, пока вы снова не щелкнете. Уничтожен целый отряд! Мы им неплохой отпор дали. И начальника ихнего разбили. А, конечно, какая-то часть войск у нас останется. Это пиздец. Конница, конечно, подвела. Я могу чисто конницей от них бегать и все. Ты там давай поменьше химич, мы как бы тебя видим.
ready for orders. Грозные бойцы. Nothing else? Getting on our way! We cannot pass here! Чё, мы вас еще откинем назад. Вам еще покажем. Кустину мать. I live to serve the people of Britain. Важное знать. Ready for orders. Death in battle? There is no finer ending. I live to serve the people of Britain. Thirsty for battle. Полководец, любитель побоищ. Да. Ничего. И вас мы, и вас, в первую очередь вас. Отхиляем наши войска немного. Это кто? Это восстание, наверное, может поднялось там. Скорее всего. Вы куда? Некуда? Да-да. Подтрепаем вас немного. Зато. Да, может, с вами пока военный... Ну как, не военный союз, а... Мирный договор можешь пока заключить. Это жестко. I live to serve the people of Britain. Thirsty for battle.
Тыкал М, да? Тыкал М. А это разные войска, точно. I live to surrender the people of Britain. Besieging settlement. Чё, сейчас и флеф отвоюем обратно, я надеюсь. Сейчас на порядок. Нормально ещё. Вроде как нормально. Пять-двести. Чё, конец хода. Лев. Много о себе возомнили. The gods speak through thunder and storm, but they tell us to ally with you, if you will have us. Да я как-то с вами не воюю. Я вот с этими пидорастами бы разобраться. Так, чё-то у меня там выскочило. Сейчас быстренько гляну, что там выскочило. Так, запись идет. Этих перерывов не было. Точно, точно, точно. Обработка видео закончилась. Нормально. Ну чё? Ну так будет получше, да? Поширше будет, много. Все. Наш. Необоримая сила. Это хорошее, конечно, умение. Да подожди. Вот. Там тоже что-то появилось, да? Особенность. Все. Будет вам сейчас натиск. Такой пожестче. Наемников много очень. Такую-то часть из них избавиться, конечно же. Ребята, извините, но... Пока не тянем. Налоговая ставка плюс 2. Я могу что-нибудь военное вкачать. Плюс 5% всех доходов
16. Нормально. Сойдет. Хватит. Битель побоищ. Чё ж ты так? Рабы и руди. Все, конец хода. Я думаю, может с ними войну как-то прекратить попробовать. Ну, просто невыгодно мне с ними воевать вот через все вот эти земли. Вот проще вот этих сначала снизу там включить немного. Пили. Да все завязывай уже. Алабанцы, блин. Надоели вы уже. My time is better spent feasting and hunting than listening. Не хотите, да? Деньги можно требовать или просить. Золотом выплачивают репарации и дань, откупаются от нападений. Понял. Выплаты, которые не являются частью дипломатической сделки, не хотите, значит, да? Одного государства другому. Я вам давал шанс. We need good fighters. For battle. Call this a garrison? Не очень недолюбливают нас тут, да? Свебы. Do not attempt to sweeten truth with honey. Speak plainly, and I will deal honestly. Flatter, and you fail. Катитесь вы колобком, а. Good and noble friend, what an honor you do us. Come speak so that the spirits can hear your words. Yes, your words show wisdom beyond your years. I knew your people to be honorable. Хотят брать они денег, хотят мне помогать. Ну эту провинцию мы держим вроде хорошо.
что, мы им дадим еще отпок сейчас. Тотальный. А вы куда приплыли? Да ёпер на тебя так. Чего у начальников? Шпиона себе нанять. Хватает, да? I live to serve the people of Britain. Стрельщиков у меня нету почти. Обычно у меня больше. For battle. Death in battle, there is no finer ending. Спорный морской легион. Бич моря. Чёныш. Hail to the mother. How can I help? The mother protects travelers. Всё, конец хода. Что я могу ещё сделать? Решили они с нами потягаться. Сейчас откормимся и дадим им по головам. Какими-то маленькими отрядиками. Что они делают? Чем они это делают? Так что у меня многовато наемников. We need good fighters. Все, конец хода, нет? Что-нибудь изменилось? Не изменилось. Убегайте лучше. Беганцы. Так что он там далековато плыть, но... Вы нормальные пацаны, вас мы ставим. То есть что-то они там мутят, да?
Да давай ты напади ты уже на него. Давай! Да, блять! Да ты можешь на него напасть уже? В такой ход не можем напасть. Уже какие же вы тяжелые. Давай в город дуй. Наймись немного. Все, нахрен вот это. Бесит. Влияние помоек на общественный порядок. Все, зажали их. Ну, чисто из принципа хочу их сейчас взять за жопу. Вы набрали столько войск, что бюджет трещит по швам. Пора захватить нормально земли. Это поможет распределить расходы, а ваши солдаты наконец послужат на благо отечеству. Давай, падай туда. Пить нахрен. Сюда иди. Нахуй ногами поебал, убить буду. Казнить всех. Город. Это давай. Заворачивай. У меня всех отрядов плюс 4. Неплохо. Наемники. Кого? У тебя в основном? Так, кого бы из наемников мне убрать? Вот этих вот. Вроде как неплохо. Где там эти? Хорошие люди. Чё, идём драть задницы? Может этим быстренько ещё надрать её? Как думаете, свеби? Свебы. Так, подожди, мы же с вами... Хорошо там расположились. Я бы. Да.
Все, давайте. Speak. Come on. Do not waste time. Better spend it hunting. Ну не хотят, как хотят. Отлично. Здесь и пройдем. Тебе, наверное, поменьше наемников бы иметь. Скажем так, вот так. Давай наших родных. Все равно ты больше не наймешь. Так. Ну и все. Пойдемся как-то без наемников, да? Пока что. Че пока что? Сейчас конец хода. А то понимаешь ли. Бессовестные коте. No warrior like standing alone. Оборонительный союз. Should we not be sword brothers and watch for each other? Можно. Я-то не против нормальных переговоров, но. У нас тут скоро серьезная битва предстоит. Пацаны. Ты решил подпортить нам жизнь, да? Понял. Точно кипение, поэтому я этого чувака и не уводил отсюда. Да уйди ты уже. Что, ты ходить не можешь? Да господи, уйди ты отсюда уже. Чё, нанимаешь кого-то? Нет. Чё ты ходить не можешь? Все, давайте, чтобы тут не было возмущений. Не. Все. Отсюда. Я думаю, на этом можно завершить нашу серию. Завершить нашу серию. Она получилась подольше, чем предыдущая. Так, раза в два. Вот. Ну, а с вами был Зазепа. Лайк, подписка за старание. Если вам понравилась серия, поставьте там комментарий какой-нибудь, оставьте. Вот. Буду признателен. Ждем продолжения.